Идем в дендрологический парк возле зоопарка. Сразу такая тихая, спокойная обстановочка в лесу. Такая вот площадка с лавочками. Сверху полностью закрыта деревьями. Прохладненько. И дорожки уходят туда-сюда. Входим на такую полянку. Там какое-то сооружение. Входим за полянку. Здесь находится вот такая вот башня, обросшая каким-то вьющимся растением. Такая вот красивая медведь. Что у нас обросло ее? Тевощий виноград. Идем дальше, посмотрим, что возле нее пристроено еще. Строечка к ней. Такое вот дерево. Буквально столько стволов выходит. Пойдем посмотрим вокруг башни. Так, что это у нас? Каркас захидный. Такие вот. Дата постройки 1898 год. Уже 120 лет. Вот у нас памятник. Личная слава героям. Башня вот с этой стороны. А вот еще одна пристройка, тоже башенька. Еще здание такое приличное. С этой стороны башня, вот такой вот вид красивый. Проходим дальше башенки. Такие вот мощные кроны деревья. Идем еще одна площадка какая-то. Еще такая открытая площадка. Тут уже пошли дорожки. Камнем выложены. Уже цивилизованная часть. Идем дальше. Вот такая вот аллейка. Нашли фазана в парке. Еще два фазана побежали. Подходим к озеру в дендропарке. Такое вот красивое озеро с островком. Вокруг озера дорожка с лавочками. Какой-то грот есть. Посмотрим. Тихо, спокойно. За территорией парка жара. Здесь так прохладненько. Хорошо. Обошел озеро вокруг, подойду к гроту и пещера, что там сейчас, что там нашли в озере.
грот. Да, на него подниматься уже нельзя. Вот идите сюда, я вам расскажу. В аварийной ситуации. Состояние такое уже, да. Много. Может и обвалиться. Пойдем быстро посмотрим, что здесь. Иногда хорошее, иногда хуже. Смотри, я покажу. Видишь, что нужно? Вот красивое озеро в дендропарке, островочек. Все, мы идем на выход. В общем, в парке есть два маршрута. Один маршрут туристический, экскурсионный, до башенки старой водонапорной и потом до озера. И есть второй маршрут, такое большое кольцо. Ну, как бы, не особо ничего нет, там просто природа, красиво. Обойти, прогуляться и потом вернуться к озеру. В принципе, очень симпатично, все красиво, ухожено, но нет подачи воды, потому что нет финансирования. Как всегда, у нас государство на такие дела, а все остальное есть. Поэтому здесь очень сухо, только в озере вода. Все, надеюсь, вам понравилось. Мы идем дальше. До встречи. Пока.